Здрасте, здрасте, люди добрые. Мы продолжаем свое прохождение игры Selfless. Итак, наша, так сказать, пока что еще не пройденная вторая глава. У нас есть две сестрички, две русалки, которых нужно с вами, наверное, я думаю, подружить. Так, что по поводу, кстати, кристаллов? Немного я так погуглил в интернете и разобрался, в чем причина. Как мне нужно их остановить и разбить. Что-то я вроде нажал кнопку Е. Он утонул, ну ладно. Итак. Давайте, ребята, двигаться дальше. Садимся в нашу лодочку и отправляемся на поиски того самого кита, которого мы освободили. Это тот большой кит, который путешествует, я бы сказал бы, по вот этому краю. Надо только сейчас его найти, правда. Так, вот она, сестра, которая пыталась нас, конечно, убить. В данный момент она к нам настроена дружелюбно. Я не думаю, что какие-то с ней будут проблемы. Мне нужно найти кита. Единственное, вспомнил бы я бы, где бы он. Тогда было бы все гораздо проще. Этот кит нам нужен для того, чтобы с вами... Так... Здесь все закрыто. Так, давайте вот сюда сейчас для начала приземлимся. Так, смотрим, что у нас здесь интересного есть. Скорее всего, ничего. Я думаю, что эти ребята дадут дедушке Казимиру еще одно какое-нибудь интересное задание. Мы сможем сами выполнить его. Ну, по крайней мере, я искренне в это надеюсь. Здравствуйте. Так, ему нужны три ингредиента. Подсолнух, какие-то семена. Угу. Хорошо, я вас услышал, что вам нужно. Тогда мы с вами поговорили и вперед. Да, помнить бы мне, где этот кит, которого я освободил. Иногда порой мне кажется, что лучше компанию начать по новой. Так, подожди. Отсюда мы приплыли, да? Так, этим нужен корабль. Жалко, дискарта нет. У меня такое ощущение, что что-то где-то я опять не сделал. Кристаллы эти разрушаются, и я уже понял, как они разрушаются. Это я уже понял. А, вон он, тот кит, который мне нужен. Так. Он же вроде должен быть здесь. Этот кит, который мне поможет, да? А, ну да, действительно.
Сюда меня не пускают. Или ты мне хочешь сказать, что я там увидел рыбу, что ли, Никита? Да ну нахрен, что, серьезно, что ли? Вот он, этот кит. Так. Надо его освободить. Давай, 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 давай. Последний остался штрих. Куда это ты? Куда полетел-то? Давай к нам обратно. Мистер Кит, вы куда? Странно, он себя как-то ведет. Мистер Кит этот. Так, вот он, вот он, вот он. Давай. Отлично. Сейчас мы освободили все, что нам нужно. Теперь мы это забираем. Сейчас этот кит воссоединится душой. Все кристаллы сейчас лопнут, и нам будет гораздо проще пройти эту игру. Так, забираем, ну, эту вещь. Так, что это у нас? Ага. Кофейные зерна. Теперь мне нужно разобраться с этими вот фиолетовыми кристаллами, которые мне преграждают путь. Если мы сейчас их можем сломать, то это будет бонус. Если нет, то нет. Прести остранник и для алхимика. Так, ну это я с тобой уже разговаривал по этому вопросу. Ладно, уговорил ты меня. Ну что ты? Дедушка Казимир, иногда ты очень быстро, что мы за тобой даже не успеваем. Мне интересно, как они разрушаются, я понять-то не могу. Как их разрушить, эти кристаллы-то? Что-то я ни хера не понял. Не понимаю, как их разрушить, вот реально. У меня вообще мозг не включается просто, как это сделать. Как их разрушить, я не понимаю, эти кристаллы просто. Ну, почему ты мне ее не открываешь? Потому что мы уже открыли ее, да? Не знаю, как я их сломать, вот реально. Походу, не то я посмотрел. Или еще надо что-то сделать, чтобы их открыть. Ну, или разбить, я не знаю, как это по-другому выглядит.
Что-то я делаю не так. John Eel's a doll, not fair. Ну, эту рыбу-то я помню, я уже брал. Может быть, их надо так разбить? Нет. Как их разбивать? Я просто я не знаю. Что надо сделать? Походу, мне придется здесь еще очень долго тупить, чтобы добраться до правды. Как разбить эти кристаллы? Я реально я не знаю. Ну что с ними делать? И должен же быть какой-то способ, как их разбить. Карта это чем эта карта? Она вообще ничего мне не дает. Она что есть, что ее нет этой карты. Забудь. И по всей карте стараешься здесь прокатиться, да? Во все уголки, так сказать, попасть. Тут я был уже, это так понятно все. Так, здесь что? Так, а вот этого дендроиду что надо-то? Что-то он просил, по-моему. Принеси мне ярко-желтое духовное, будет обмен. Хер его знает, что это такое. Столько всего надо найти. Походу, я тут что-то надолго застрял, наверное. Хорошо, когда ты знаешь, что тебе делать надо, да? Им надо цветок найти. Ну где его взять? Еще вот этот цветочек-то, я даже не знаю. Там какие-то ворота. Я вообще не знаю, что делать. Вот просто я не понимаю, что. Как разбить эти кристаллы? Просто как это сделать? Они светятся, и что?
Я не понимаю, как это вот реально, как это работает. Может, кто проходил тут в курсе, как это делается? Я просто не знаю, как это. Каким образом я должен орбить эти кристаллы? Просто что я должен найти? Там молоток, я не знаю, посох, я не знаю. Чем это разбивать-то? Просто мне интересно. Вот. Как это работает? Просто объясните мне, пожалуйста. Русалка это плачет, вот и что. Непонятно. Ну, походу, я застряну здесь, пока не посмотрю какой-нибудь гайд просто по прохождению. Ну, реально, я не знаю, что делать. Плавая здесь, трачу свое время, я ничего добиться не могу. Как эти кристаллы разбивать? Придумали же, да, проблему нам. Дорога к лечебнице, и что? Что мне эта дорога даст-то? Ничего абсолютно. Здесь я уже был. Ничего нового для себя здесь я не открыл. Не, это все я, по-моему, да, я уже ходил, вот это все мы открывали. Ничего нового для себя я тут не открыл. Так, обязательно по доске эти вообще? Я в тот раз матерился, и в этот раз то же самое будет. Вы, блядь, камеру можете нормальную, сука, сделать вот в таких моментах? Вот знаете, как это напрягает, вот, а? Что ты не можешь подсветить, чтобы контролировать ее. Нормально. Да, блядь! Тихо, спокойно, не нервничаем.
за тупня, а? Объясни мне, братишка. Давай, 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 давай. Веди, 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 веди. Ну куда ты, блядь? Ой. Казимир, дедуля, ты меня прям порой поражаешь своими вот этими навыками нагибаторства. Если так будет дальше продолжаться, игра для нас закончится просто. Мне мое время дорого вот это вот проходить вот. Спокойно, спокойно. Ну можно как-то это все побыстрее делать, а? Подсветки эти фонариками, вот правда вот. И что это? Ради этого свитка я здесь усирался опять. А ну какой-то ингредиент дадите, блин. Эльфура, отшельники. И нахрена мне он спрашивается, ваш этот. Чем бы интересное дали, блин. У нас и так проблема с прохождением. Я даже не понимаю, как эти кристаллы разбивать. И они мне тут всякую фигню дают. Вот как вот этому вот... Что ему надо принести, что-то желтое, я понять не могу. Вот. Желтый ему что-то принести. Что тебе конкретно надо-то? Не знаю, что ему надо. Самая первая миссия была как-то такая, ну, глава самая простая. То есть, как бы там вообще без проблем все проходили. Тут что-то как-то все прям стало так. Рыба тебе что ли нужна? Я что-то не понимаю. Что тебе принести-то надо? Тебе рыб реально надо принести? Ну хорошо, если это так, то хорошо. А если нет, то я не знаю, что тебе надо принести. Может быть, реально тебе рыб надо было? Что, рыба что ли? Правда? Красава. А, ну вот этот, то, что ему нужно, да? Отлично. Хоть немного я продвинулся по сюжету. Спасибо. Вы мне очень благодарны и признательны. Так, ну тогда все хорошо. Тогда жить можно. Тогда это уже интересно. Принесите мне что-нибудь желтое. Так, надо теперь сюда отправиться. Ну, я так вижу, глава-то долгая. Очень много этих материков, которых надо найти. Что-нибудь интересное, чтобы пройти это все.
И... А, теперь этот посох мне, наверное, даст момент разрушать кристаллы, скорее всего. Я думаю, что это так сейчас будет. Да? Импульс света. Ну тогда куда интереснее становится. Тогда это куда интересней. Ну, теперь можно отправиться назад. Расколотить все эти кристаллы. Не, ну теперь, конечно, куда интереснее. Реально куда интереснее стало. Вперед. Давайте сейчас прошвырнемся по всем интересным местам, где присутствуют кристаллы. И наведем шороху. Так, отлично. Лечебное растение обладает такими невероятными лечебными свойствами. Хорошо. Так, теперь надо отправиться к Микки Маусам. Там выполнить задание. Только потом отправляться к русалкам. Текс. Так, это что? Ты ощущаешь странный брат, сходящий из колодца. Понятно. Заходим в подземелье. Опа! Какая-то медуза прикольная. Ниже найди, помоги. А, нельзя тут спуститься, да? А я-то думал, можно спускаться. Как-то скромненько тут у вас.
Смотри-ка, повезло, а. То есть он замерз при входе в этот, да? И погиб. Это просто фартануло. Я даже не знаю, как это можно было сделать по-другому, вот реально. То есть в полный рост его убить нереально. Полный рост и убить невозможно. Ну что ж, с 5-10 раза мы это сделали. Что ты от меня хочешь? Ну, давай, 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 давай. Миазмы эти ваши. Ну, чувак, ну, чё ты, блядь?